Уважаемые депутаты, вот напрашивается резонный вопрос, почему так происходит? Вот вы говорите, на отчет пришли, человек, который должен быть отвечать здесь, руководитель этого проекта, да, вам пишет заявление. Не задавались этим вопросом во время обеда? Потому что сейчас человек, который отвечает, он в ОРП назначен неделю назад. А если есть желание на эти все вопросы получить ответы, есть курирующий вице-мэр, который определяет политику. И не первый день, не первый год занимается этим проектом. Он его полностью пошагово курирует. И понимаете, вот здесь вот мы сидим, да, вот вызывает персонально, персонифицировать человека, да, и устраивает здесь, ну, допрос, да, какой-то получается, персонально. И почему люди уходят? Потому что они не хотят здесь стоять и терпеть эти унижения, потому что целенаправленно идет дискредитация муниципальных служащих и государственных органов, потому что вы каждый вопрос персонифицируете. И вот именно вот, начинает вот, как каждого руководителя, сейчас произойдет то же самое, дальше будет этот отчет УПСа, этот мере руководителя, который этот. И понимаете, я вот задаю вопросы, здесь или мы в качестве ответчика выступаем, да? Или я тоже могу там какие-то там прояснения задать вопрос? Почему так происходит? Кого-то там написал заявление, похвалили. Кого-то там написал заявление, отругали. Прошу обеспечить. Вот здесь сидят силовые структуры. Если это входит в компетенцию Бишкекского городского комиссии, давайте дадим задание, чтобы они его привели насильно сюда.